Сегодня начала разблокировать моих королевишных, и вот рамочку, которую засеяли. Так вот, королевишная была заблокирована на рамочке. И вот смотрите, клещ сосредоточился тоже на этой рамочке. Еще не запечатан, но он уже там. На рамочке клещ. И тут несколько личиночек у меня выпало. На личинке клещ. Я еще видела его. Вот. Клещ. Сейчас буду притапливать. Вот этот клещ вообще ползает. Зараза такая. Сейчас они пойдут все в перетопку.